Без преувеличения, один из самых интересных матчей третьего раунда квалификации Лиги Европы. Минская «Динамо» сегодня на домашней арене примет титулованный российский «Зенит». Гости приехали без своих лидеров Артема Дзюбы и Александра Кокорина. У «Динамо» же кадровых трудностей нет, и белорусы готовы дать бой более статусному оппоненту. Прямая трансляция на «Беларусь-5» в 19:50. Ответная встреча спустя неделю в Санкт-Петербурге.